Черные появились позже, со стороны ботанического сада. Черные, огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища, рожденные, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. Чё за... Это неправда. Правда страшней. Я вот тут недалеко раньше жил. Ну, до войны еще, на Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? Это... Что такое? Черт! 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 Артём! Артём, просыпайся! Артём, это я, Хан. Кошмары. Неудивительно после всего пережитого. Послушай, Артём, я был на пепелище Улья Чёрных и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навёл на них ракеты. Хан! Ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Да-да, Ульман, сейчас. Артём, нам просто необходимо поговорить с Чёрным. Я понимаю, что ты теперь в Ордене и подчиняешься Мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход. Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. За мной. Собирайся, Артём. Я подожду у выхода из казармы. Пошли, сказочник. Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Здорово, Артём. А этот парень, кстати, был в той группе, которая D6 нашла. Да, сразу же тон дали. А я не могу убраться к нему, но догонял, пока меня поверхность. Каждый раз как в последний. Так о чем мы там? Слышал, что с группой Романова случилось. С Романовым? А с ним-то что могло стрясти? Давай, давай! Ты посмотри на тех двух салат. Неудивительно, что полковник приказал удвоить время на физподготовку. Отлично! Работай дальше. На базу в церкви. Он единственный, кто живым добрался. Иди ты. Вся группа полегла. Там же вроде все спокойно было на болотах. Видишь вешки?
Идешь по ним, чтобы не потонуть. Посторонних, конечно, много, но пройти можно. Привет, Артем! Говорят, ты теперь полноправный рейнджер. Надо будет это дело спрыснуть. А пока давай тебя экипируем. Итак, приступим. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности и шагу не ступи. Одна пыль чего стоит. Фонит до сих пор так, хоть и яйца запекай. Да и видно есть зараженные участки. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо, но пользы от него тогда ноль. Так, аптечки. Что тут скажешь? Все, что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке. Вот твой аванс за этот месяц. Не забывай, зарплату мы получаем армейскими патронами. Конечно, ими можно стрелять, бьют они больно, но лучше все же приберечь. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов и нужное снаряжение. Ага, отлично. Теперь самое интересное. Пушки. Выбирай, какие нравятся, и испытай их в тире. Обычно рейнджеры носят по 3 ствола. И выбор их зависит только от тебя, Артём. Дробовика в ближнем бою ничего нет. Главное, не пытайся издалека стрелять. Без толпы. Теперь отправляйся в тир и попробуй выбранное оружие в деле. Если захочешь посмотреть, что...